Здравствуйте, уважаемые зрители, и я приветствую вас на нашем канале. Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Обязательно нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Каждый день к нам поступают трагические последние новости из мира шоу-бизнеса, культуры, политики и спорта, из России, из ближнего и дальнего зарубежья. Но сегодня прошла такая новость, от которой, как говорится, волосы дыбом. Еще бы, герой нашего видео – известнейшая популярная российская медийная личность, известнейший российский певец, гость всех вечеринок и шоу. Его песни звучат на всех радиостанциях, а концертные залы набирают по десятки тысяч зрителей на его выступлениях. Его просто обожают женщины, а его голос настолько нежный и бархатный, что напоминает ковровую дорожку в Ноттингемском дворце. Несколько лет назад ему прочили великое будущее в опере, но герой нашего видео выбрал поп-музыку. Уважаемые зрители, буквально несколько минут назад пришла новость, что герой нашего видео, известнейший российский певец, ведущий, ютубер, блогер Николай Басков тяжело болен. На осмотре в одной из медицинских клиник Москвы у Николая Баскова обнаружили увеличение лимфатических узлов и предположили, что певец может страдать онкологическим заболеванием. Также в последнее время у Николая Баскова появились проблемы с голосом, и врачи волнуются, что также может присутствовать заболевание горла. Ну и, конечно, самое ужасное – это внешний вид Николая Баскова. Нависшие веки, опухшее, в то же время тощее лицо, синяки и мешки под глазами, торчащие скулы и непонятные пятна, которые могут говорить только об одном – о больших проблемах со здоровьем. Более того, стоит обратить внимание на волос артиста, которых стало намного меньше. Если ранее знаменитость хвасталась густой шелковой блондинистой шевелюрой, то сейчас, можно сказать, у него на голове три волосинки.